Всех приветствую, друзья. Сегодня нахожусь на улице Троицкой, это в Адлере. Позади меня строящийся жилой комплекс «Бавария-2». Давайте сейчас детально рассмотрим его. Буквально месяц назад мы с Борисом сюда подъезжали. Здесь забуривались только лишь сваи. Сейчас мы видим, возведены два этажа. Дом будет пятиэтажный. Смотрите, вот на сегодняшний момент, какие у нас цены. Три квартиры уже проданы. Самая доступная квартира здесь на первом этаже, площадью 23 квадрата, за 1 300 000 рублей. Отличные панорамы открываются даже с первого этажа. Сейчас мы с вами пройдем наверх, и я вам покажу. К этому жилому комплексу, в принципе, достаточно хороший новый асфальт. Мы уже снимали. Рядом у нас здесь жилой комплекс на улице Троицкая. То есть про эти жилые комплексы мы с Борисом снимали. Вот. И что хотелось бы сказать, что в эту сторону, Голубые Дали, дорога проходит. Здесь буквально в метрах 700 находится детский сад и школа. То есть, в принципе, для жизни и для отдыха универсальный вариант. Поднялись мы с вами на первый этаж, и уже вы можете наблюдать, что панорама на море открывается уже с первых этажей. На втором этаже еще лучше у нас получается панорама. За счет того, что у нас нету никакого этажа цокольного, там внизу у нас будет парковка, виды будут неплохие. На втором этаже мы поднялись с вами, видим, как выполнили строители уже опалубку. Таким способом здесь заливается монолитная плита, кто не знает. Все это связывается армированной сеткой, также сваркой и так далее. Давайте сейчас потихонечку прорвемся все-таки мы к видовым местам в этих квартирах. Это мы, друзья, на втором этаже, жилой второй этаж. Вот такой вот вид. Сегодня у нас море не очень лазурное, только его даль. Как вы видите, ну, здесь буквально 800 метров пешком до моря. В той стороне у нас есть продуктовые магазины. Отличный вариант для отдыха. Друзья, вот мы с вами рассмотрели строящийся объект жилой комплекс «Бавария-2». Давайте еще раз вам покажу, что срок сдачи этого дома второй квартал 2019 года. В связи с мораторием, да? Что хотелось бы добавить, здесь будет все центральные коммуникации, кроме газа. Газа здесь не будет, отопление здесь будет от электричества. Мощностей здесь хватит, так и здесь вот проходит у нас линия ЛЭП 10-киловаттная. То есть здесь поставят у нас трансформатор собственный, АТП, и мощностей всем хватит. Застройщик имеет уже опыт строительства, сдал «Баварию» первую. Также строит «Монреаль-2». «Монреаль-1» уже тоже сдан, это один и тот же застройщик. Если возникают какие-то либо вопросы, пишите, звоните, все мои контакты будут под описанием этого видео. Увидимся на следующем объекте. Всем пока!